Варвара Семенова, главный координатор проектов по биоразнообразию ВВФ России. Скажите, пожалуйста, ваша презентация была о моржах. Угу. Это так актуально? О приоритетных районах, которые нужно развивать как раз работы по исследованию моржей. Да, безусловно, морж – это очень харизматичное животное, да, наравне с белым медведем. Конечно, его сохранение, в принципе, выбирать между тем, сохранять его или не сохранять, это вообще, как бы, наверное, вопрос каждого из нас. Хотели бы мы видеть моржа в будущем, в будущей Арктике или нет. Но на самом деле вот те люди, которые посещают место, это те люди, которые посещают Арктику, это экотуристы или исследователи. Безусловно, приоритетными видами, которые они хотели бы увидеть, это морж и белый медведь. Ну, скорее всего, морж стоит после белого медведя. И, Но это реально увидеть? Конечно, реально. Это в том числе как раз на территориях, особо охраняемых природных территориях, таких как заповедник Ненецкий. Вот о нем расскажите немножко. Ну, заповедник Ненецкий – это заповедник, который находится в Баренцевом море. Там формируется лежбище этих животных. Конечно, все лежбища труднодоступны, но при там, наличии любой возможности туда можно приехать и можно провести как научное исследование, так просто. Ну, уточните, да, возможности. Это как? Это туристические? Нет, ну это сейчас заповедник. Это больше вопрос, наверное, к заповеднику, потому что дирекция заповедника решает, какие работы будут проводиться на их территории, какие посещения будут, с какой целью. И на каждое посещение заповедник выдает разрешение, выдает или не выдает. Ну, вернемся к нашим моржам. Да. Их стало больше, меньше? Вы знаете, моржи у нас и два подвида, которые занесены в Красную книгу, они считаются редкими. В то же время мы отмечаем некоторые все-таки тенденцию к увеличению численности этих животных в Арктике, но в то же время увеличение их численности, потому что больше уже 50 лет на этих животных запрет промысла. Именно за это время этому виду дали возможность восстановиться. Вот. Но в то же время теперь он восстановился, но следующая его угроза, это вот новая для него угроза, это глобальное изменение климата, это изменение льдовой, это сокращение льдовой, изменение срока формирования льда. А моржи тесно связаны, да, со льдом. И, естественно, это освоение Арктики. Скажите, сейчас идет таяние снегов, мерзлоты и выделение солей, которые прежде чистую воду, ну и как и питьевую, и речную, так и озерную, и прочее, ну, они засоряют. Моржам это имеет какое-то отношение? Нет, моржи скорее лед используют как платформу, и прежде всего платформа для деторождения, потому что они размножаются на льду. И как только появляется лед в регионе, моржи предпочитают находиться на льду, они там чувствуют себя более безопасно, потому что на лежбище на берегу они скучены, и очень легко хищник не может подобраться, например, белый медведь, там, человек напугать, и тогда у них начинается паника. На берегу они себя чувствуют беспокойно, и более спокойно чувствуют себя на льда. И... Но в связи с таянием льдов моржи обречены? Ну, смотря с каким таянием, но мы все-таки надеемся, что это какой-то процесс, как сначала сокращение, потом динамический процесс, да, сейчас идет сокращение, возможно, потом ледовые условия изменятся, но это изменится, но это сейчас как сложно предсказать. Я не знаю, как провокационный вопрос, потому что мы надеемся сохранить. Мы, конечно, будем стараться бороться за них последним, потому что пусть и льда нет, но когда они выходят на берег, на берегу они хотя бы должны себя чувствовать безопасность. Хотя бы там человек не должен их, ну, грубо говоря, доставать, пугать, делать их жизнь там некомфортно.
Местное население как относится к вашей работе? Как правило, местное население участвует в наших проектах, помогает. Но в разных регионах, допустим, Чукотка, она на Чукотке промысел моржа, он регламентируется там какими-то квотами. Это может для них это прежде всего объект питания. Но, безусловно, они с удовольствием участвуют в работе по его сохранению. Да. Атлантический морж Филарктический, там животные занесены в Красную книгу. Ну, как местные уже с этим свыклись, особо морж достаточно сложный объект для добычи, и поэтому там каких-то поползновений со стороны местных добывать их в больших количествах нет, потому мясо у него специфическое. Вот. Поэтому они тоже участвуют в проектах, потому что у них это все ново, интересно, и они там получают какие-то, знаете, иногда поощрения, они получают какую-то материальную поддержку в виде техники, какого-то интересного оборудования. Спасибо.